Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать такой красивый и нужный ритуал, который называется исцеляющий ритуал или исцеляющая энергия, исцеляющий поток. Вы просто смотрите, каждый возьмет в этом ритуале то, что ему нужно, то, что ему необходимо, и насколько вы открытые и насколько вы можете и способны взять эту исцеляющую энергию. Я провожу все свои ритуалы в потоке, в энергоинформационном потоке. Энергию я беру из пространства. Высшие силы вам дают помощь через меня. Вы просто смотрите. Я благодарю вас всех за все. Ритуал уже работает. Подключаться специально не нужно. Во всех моих ритуалах на канале, на моем канале работает энергия. Я поддерживаю в каждом моем ритуале энергию. Для того, чтобы ритуал был активный, для того, чтобы энергия работала на всех вас. Потому что вы все разные, проблемы у всех разные, но вы можете брать энергию, нужную для вас, в каждом моем ритуале. Все в мире есть энергия. Поэтому мы уже сейчас в энергетическом потоке, вы и я, в энергоинформационном потоке. Я работаю, поддерживаю вам энергетику своей психической энергией. Я практик, я работаю более 20 лет. Поэтому у меня есть свои наработки для того, чтобы у вас получался положительный результат, чтобы вы после моего каждого ритуала получили положительный результат. У каждого результат будет разный. Ритуал работает. Если я разговариваю и если я молчу, ритуал тоже работает, не волнуйтесь. Даже если тема ритуала вам не нужна, вы можете смотреть, и вы получите, как я говорю, побочный эффект, положительный побочный эффект, может быть даже совершенно неожиданный для вас. Может быть, вы смотрите ритуал на какую-то тему, а у вас произойдет что-то другое положительное, и вам пойдет это на пользу. Эти вопросы я не решаю. Очень часто высшие силы вам дают то, что вам нужно в первую очередь. Не то, что вы просите, а то, что вам необходимо для того, чтобы решились какие-то ваши проблемы или какие-то ваши планы. Поэтому то, что вы придумали себе или загадали желание, и вы хотите это получить и побыстрее получить, не факт, что это быстро произойдет. Может быть, вам высшие силы дадут помощь в каком-то другом вопросе, но это поспособствует вашему решению ваших каких-то желаний, или вы получите то, что вам необходимо, но немножко через время, скажем так, да? Иногда наши желания исполняются так интересно, что даже мы не планировали так,
А, получается так интересно, но желание исполняется совершенно по-другому. Это все делают высшие силы. Я вам просто провожу ритуал для того, чтобы вы ритуал увидели. Что-то услышали, увидели, какую-то пользу для себя получили. Помощь. Я вам протягиваю руку помощи, друзья. Я ваш друг. Высшие силы вам помогают через меня. Я работаю с верхним миром, потому что когда вы просите какие-то ваши исполнить ваши желания, вы находитесь на определенном уровне. И ваши желания могут быть совершенно не услышаны. То есть Вселенная, высшие силы, как хотите, понимаете, и называйте это как хотите. Но вы кого-то просите, да, чтобы ваше желание исполнилось. Но это не значит, что вас услышали. А через меня высшие силы вас услышат быстрее. Потому что мы с вами находимся на разных уровнях. Частоты у нас разные. Поэтому я вам помогаю, а вы у меня получаете помощь. Поэтому я нарабатывала свою энергетику много лет, более 20 лет. Поэтому очень часто мои, скажем так, это даже не просьбы, а даже мысли мои очень часто исполняются мысли. Поэтому мне мыслить негативно вообще нельзя. Но я вам помогаю для того, чтобы ваши планы реализовались. То, что вы не можете реализовать. Но, конечно, я всегда говорю, мои ритуалы это помощь, но вашу жизнь проживаете вы, и ответственность за вашу жизнь лежит на вас. Я только помогаю. Я работаю с вами. Молчу, работаю и разговариваю, тоже работаю. Пишите в комментариях, какие ощущения у вас во время ритуала этого и других ритуалов. Все благодарности и ваши ощущения пишите в комментариях, пожалуйста. Я читаю все ваши комментарии, вас благодарю. Моим ритуалом руковожу я, поэтому я могу разговаривать в своем ритуале в каждом.
Я не читаю заговоры, я работаю на другом уровне. Но вам нравится каждый мой ритуал, и энергетика в каждом моем ритуале, вы это пишете в комментариях. Поэтому свой положительный результат вы получаете во всех моих ритуалах. Сегодня исцеляющая энергия. Это как бы как подпитка вам, помощь вам. Но эта исцеляющая энергия работает как очистительный поток и оздоровительный, и исцеляющий, и обезболивающий, и приносящий благо, и дающий жизненную силу, энергию. Поэтому можете этот ритуал смотреть много раз. Когда вы чувствуете усталость или вы утром не хотите просыпаться, не хотите подниматься, идти на работу или просто вставать, не хотите, нет сил, включайте этот ритуал и другие мои ритуалы. Пару минут прослушали, у вас появляется желание что-то делать, хочется двигаться, что-то придумывать, что-то творить. Движение – это жизнь. И жизнь – это движение, поэтому я вам помогаю двигаться. Каждый день двигаться по жизни, двигаться, продвигать свои какие-то идеи или по карьерной лестнице продвигаться, или просто в жизнь вашу налаживать. Ну, конечно, если вы хотите серьезных каких-то результатов, один ритуал вам не поможет, это будет недостаточно. Поэтому на моем канале очень много разных ритуалов на разные темы, для того, чтобы вы нашли то, что вам нужно, или вы настолько, насколько вы понимаете, какая тема или какой ритуал вам нужен. Пожалуйста, творите. Работа творческая, вся наша жизнь – это творческий процесс. Точно так же, как мой канал эзотерический, магический, просто для жизни. Потому что сейчас магия в мире рулит, но это не значит, что все ваши проблемы только в результате магии. Нет, конечно. Случаи у вас в жизни разные. Проблемы разные. И решение ваших проблем может быть разное. Может быть, сегодня вы не знаете, как решить ваши проблемы, а завтра у вас появится какой-то интересный проект, или вы поймете, где вы ошибались, или что вы неправильно делали. Безвыходных ситуаций нет. Поэтому я вам помогаю найти решение ваших проблем. Конечно же, когда вы находитесь в уставшем состоянии, или у вас депрессия, или вы больны, конечно, очень тяжело выйти из тяжелых ситуаций жизненных, поэтому, надо искать решение. Я вам помогаю, вас подталкиваю.
горячий воск и свеча наклоняется. Все работает. Все движется, все работает. Очень жарко в ритуале. Очень жарко. Энергетика уже поменялась. Вы можете чувствовать изменения в вашем теле или ваши ощущения, или что-то движется. Боль проходит. Тепло в разных органах, в разных точках, жарко и тепло, работает энергетический исцеляющий поток. Энергия работает. Поток теплый, горячий, вы можете чувствовать по-разному. Чувствительность у всех у вас разная. Повторяю это постоянно, потому что всегда тут кто-то есть новенький, кто впервые смотрит мой ритуал, этот или другие мои ритуалы. Поэтому я повторяю периодически одну и ту же информацию. Откупы делайте, пожалуйста. Всегда задаете вопросы, как делать откупы. Есть короткое видео-шот, называется «Откуп». И длинное видео по поводу откупов. В коротком вы можете увидеть, где, в каком видео я рассказываю подробно. Вы можете это увидеть. Найдите короткое видео-шот. «Откуп», «Шот», короткое называется. Называется «Откуп». И вы узнаете, как делать откупы, потому что я рекомендую делать откупы, рекомендую. Потому что в эзотерике и в магии есть свои правила, во Вселенной есть свои правила, которые нарушать нельзя. Я вам даю энергию. В каждом ритуале. Я могу вас проконсультировать по поводу ваших проблем, как я вижу вас со стороны, потому что очень часто вы ко мне приходите уже после мастеров. Вы уже у кого-то были, но проблемы не решились и не решаются. Поэтому даже по питанию очень часто я консультирую, потому что я вижу проблемы по здоровью, по болезням,
И по питанию я могу проконсультировать. Не по всем болезням, конечно. Поэтому я сразу, когда вы мне пишете в WhatsApp, Viber, Telegram, номер телефона один и тот же, пишите мне только SMS по поводу консультации. Только SMS. Я отвечаю всем. И я всегда даю свои рекомендации. Даже если вы уже что-то пробовали, или вы уже что-то каким-то образом решали ваши вопросы, но у меня может быть решение другое. Но я всегда спрашиваю, какие вопросы вас интересуют на консультации, друзья. Я имею право отказать и не взять вас на консультацию. Извините, я не объясняю, почему. Есть очень тяжелые болезни, застарелые, которые я ничего не рекомендую вам по поводу этому. Поэтому я не всех беру на консультацию, почти всех. Но иногда я не решаю ваши вопросы, потому что есть бывают очень сложные медицинские нюансы, в которые я не вмешиваюсь, друзья. Сложные кармические болезни это называется. Ритал уже отработал, да? Еще 10 минут назад кто чувствовал, он отработал. Просто я вам подольше немножко продлила ритуал для того, чтобы вы получили хороший результат. Но некоторым из вас нужно два раза посмотреть этот ритуал. Вы мне пишете, вы несколько раз прокручиваете, смотрите. Ритуалы, которые вам нравятся, или дополнительные какие-то. Все мои ритуалы нужно смотреть в комплексе. Пожалуйста, смотрите. Вы все разные, поэтому ритуалы на вас будут работать по-разному, друзья. Но все равно будут работать. Пишите комментарии. Все вопросы, которые вы пишете мне в комментариях, и пишите сразу. Ответьте, пожалуйста, то-то, то-то. Я не отвечаю в комментариях на ваши вопросы. Я только читаю благодарности и ваши благодарности, и ваши ощущения по поводу ритуала. Это пишите в комментариях. Вопросы, которые вы задаете в комментариях, и сразу просите ответить на все вопросы, я отвечаю на консультациях, друзья. На разные темы. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Я так рассказываю для того, чтобы вам было понятно, что все вопросы задаете в письменном виде, пишите SMS, WhatsApp, Viber, Telegram. Жду вас на моем канале. Благодарю всех за все. До встречи, друзья!